Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас мы разберем задание номер 1062. Здесь надо определить координаты точек, которые изображены на рисунке. Давайте внимательно посмотрим на рисунок. Можно заметить, что две точки, точка А и точка Б, лежат на оси Х. А раз эти точки лежат на оси Х, то их ордината, то есть координата Y, равна нулю. Давайте найдем координаты этих точек. Сначала точки А. Итак, точка А лежит на оси Х на 3 единицы вправо от начала координат в положительном направлении оси Х. Значит, координата точки А будет 3, 0. Раз лежит на оси Х, ордината равна нулю, то есть координата Y равна нулю. Точно так же для точки Б. Точка Б расположена влево, то есть в противоположном направлении от положительного направления оси Х, то есть в отрицательной полуплоскости. Значит, на 3 единицы, значит, координата точки Б будет равна минус 3, 0. Теперь посмотрим, на оси Y тоже лежат две точки, точка М и точка D. А раз точки лежат на оси Y, то абсциссы этих точек, то есть координата Х, будет равна нулю. Давайте найдем координаты этих точек. Итак, координата точки М. Х равно нулю, и точка М расположена в положительном направлении по оси Y на единичке. Значит, координата точки М – 0, 1. Координата точки D. Она расположена в отрицательном направлении по оси Y на 3 единицы. Значит, координата точки D будет равна 0, минус 3. Ну а теперь найдем координаты остальных точек, расположенных в первой, второй, третьей и четвертой четвертях. В первой четверти точка F. Она расположена вправо и вверх. Вправо на единицу, вверх на 3 единицы. В положительных направлениях осей X и Y. Значит, координата точки V будет 1, 3. Координата точки C. Влево на единицу и вверх на 2 единицы. Влево в отрицательном направлении по оси Х, вверх в положительном направлении по оси Y. Значит, координата точки С будет минус 1, 2. Найдем координату точки N. Влево на 3 единицы и вверх на 4 единицы. Значит, координата точки N будет минус 3, 4. Найдем координату точки H. Координата точки H. Где расположена точка? Влево на 3 единицы и вниз на 2 единицы. В отрицательном направлении и оси X, и оси Y. Значит, координата точки H будет минус 3, минус 2. Координата точки M. Вправо на 2 единицы и вниз на 1 единицу. Значит, координата точки E будет 2, минус 1. И последняя точка K. Она расположена вправо на 3 единицы и вниз на 2 единицы. Значит, координата точки K будет 3, минус 2. Мы с вами разобрали номер 1062. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.